Зрелище, от которого хочется плакать каждому краснодарцу. Пост с такими словами разместили в одном из пабликов краевой столицы. Автора волнует состояние Карасунского пруда на улице Старокубанской. На берегу водоема большое количество мертвой рыбы. Замечен и труп черепахи. Эти кадры опубликованы в сети. Рыба брюхом кверху. Зрелище для местных жителей скорее обыденное, чем неординарное. Лежат здесь тушки как крупных особей, так и мальков. Мы обошли весь водоем, и такие находки были по всему периметру. Александр Реутский живет рядом с Карасуном с 1978 года. Говорит, часто гулял здесь с детьми, впоследствии и с внуками. С 2000-х годов массовый мор рыбы наблюдал регулярно. Я здесь купался 78-80 год в этом пруду. Рыбу ловили люди, которые занимаются ловлей рыбной. В последнее время, я хочу сказать, ее, во-первых, меньше стало гораздо. Это без всяких сомнений с прошедшего времени, с того. В мэрии нам рассказали, что состояние водоема держат на контроле, в планах проверки. По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, в районе улицы Старокубанской находятся два водоема. Специалисты проведут выездное обследование прудов. Запланирован отбор проб воды и биоматериала для анализа. Специалисты должны выяснить, за кем закреплена территория, на которой расположен пруд. Обязать ее владельца содержать водоем в надлежащем состоянии. Сергей Потяков, Артур Завада и Дмитрий Хамкуриди, Кубань-24, Краснодар.